Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу. Смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Где найти эти плейлисты? На главной странице канала. Там где написано главное видео, плейлисты. да. Вот как раз ныряете в папочку плейлисты, открывается окошечко. Там вы выбираете нужную вам папочку и естественно смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Большая-большая группа поддержки нас уже так много. Спасибо за ваши теплые, хорошие слова. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы, в принципе, работали, да. Но хочу показать вам еще сегодня узорчик. Это такая вот секционная пряжа. Очень интересная. Рассветка, конечно, располагает к детским вещам. И э, как называется, смотрите, пряжа. Называется Папатья, наверное, Папатья Ботик. Ботик, да, видите, секционное окрашивание. Палитра у них очень богатая. Но это как бы не реклама, просто что интересно. Действительно классные ниточки. Цвет, кому сразу же интересно, скажу, 14. Далее. В 100 граммах здесь находится 360 метров 100% акрила. И нам совет производитель, берите крючок 3,5-4. Давайте возьмем 3,5. Вот наш крючок 3,5. Еще сегодня на помощь я, так скажем, позову пряжу вот такую вот. да, То есть я скомбинирую белое цветным. Данное секционное окрашивание будет меняться секционно медленно. И чтобы как бы не слишком было ярко, да, добавим немножечко, разбавим белым. Это тоже стопроцентный акрил, видите? Только здесь получается 100 граммах 300 метров. Чуть-чуть потолще, но если внимательно посмотреть по ниточкам, то как бы, в принципе, толщина-то одинаковая, да? Смотрите, видите? Чуть-чуть. Итак, схемку данного узорчика я сегодня прикладываю. Схемка, в принципе, хорошего качества, тем более она цветная, будет очень понятно, доступно. Смотрите схемку, повторяйте. Схемка ходит в свободном доступе в интернете, так что вяжите с удовольствием. Ну что, свяжем? Так, начну я с беленькой ниточки рапорт узорчика смотрите по схемке 4 петельки поэтому мы набираем получается с вами давайте 32 воздушные петельки чтобы красивый узорчик закончился еще одну петельку 33 то есть как раз тот объем который как бы я планирую плюс- минус 30 петелек Итак, вначале делаем петельку фиксации все как всегда ничего особенного а теперь набираем 33 воздушные петельки поехали раз два три 4, 5, 6, 7, 8. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два и тридцать три. Вот наш будущий образец. Далее что мы делаем? Три петельки подъема. Раз, два, три. Считаем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом есть в следующую петельку точно также провязываем столбик с накидом есть и в следующую петельку столбик с накидом то есть мы с вами сделаем вспомогательный ряд который особенно актуален для новичков потому что сам сама по себе схемка узорчика да вы видите там нужно пропускать большое количество воздушных петелек и чтобы новички не запутались мы сделаем дополнительный ряд полностью весь видите столбиками с накидом потому что прыгать по верхушечкам будет намного удобнее нежели воздушным петелькам когда нет опыта все и вот так вот в каждую петельку ныряем и привязываем столбик с накидом если я набирала 33 воздушные петельки значит у меня должно получиться 33 столбика с накидом вы считаете сколько вы набирали петелек такое же количество должно получиться у вас не забывайте что вот три петельки подъема это тоже столбик с накидом 3 сколько провязала я столбиков раз два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 и так далее до конца ряда а в конце ряда я вас встречаю договорились Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали дорожку. Все ровненько, все аккуратненько. Теперь можем приступать непосредственно к узорчику. И я хочу узорчик начать уже новой ниточкой. То есть, как ввести новую ниточку в процесс вязания? Новички, кто еще не знает, смотрите. Я оставляю две последние петельки на крючке от последнего столбика. Так, и вот эти две последние петельки столбика, неважно какого с одним, с двумя, с тремя накидами. Я буду как раз провязывать новым цветом. Смотрите. Новым цветом провязываю. И у меня ряд, получается, закончился белой ниточкой, да, но в процессе вязания уже появилась вот такая вот цветная. Итак, по узорчику я делаю 3 петельки подъема. Раз. Смотрите, могу параллельно спрятать ниточку. Видите, хвостик ниточки слева направо. Вот так вот крестиком делаю. И провязываю вторую петельку. 2 подъема, да. И опять справа налево хвостик. Так вот, запутываю. И провязываю 3. То есть три петельки подъема. И я как раз в этот момент про... запутала вот именно свой кончик ниточки. Беленькую подтянула. Потом это все, конечно, отрежу. Поворот. Итак, три петельки подъема сделали. Далее накид. Сюда же, в этот же столбик, ныряем. И провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же. Два. Сюда же. Три. И вот теперь по узорчику мы должны будем пропустить 3 воздушные петельки. Но раз мы сделали столбики, пропускаем 3 столбика. За верхушку. Раз, два, три. В четвертый ныряем. И провязываем столбик без накида. Согласитесь, особенно новичкам удобнее, когда мы считаем по столбикам, да? Когда воздушные петельки, можно поначалу запутаться. Итак, опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И опять сюда же, в этот же столбик, провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же, два, сюда же, три. Как бы вот такие вот, ну, получается треугольнички, видите, да? Опять пропускаем три столбика. Раз, два, три. В четвертый провязываем столбик без накида. Три воздушные петельки. Раз, два, три. И опять сюда же, в этот же столбик провязываем три столбика с накидом. Раз, два, три. Понятно, да? Три столбика пропустили, раз, два, три, в четвертый столбик без накида и так далее до конца ряда. Сколько вы набирали петелек, сколько набирали столбиков до конца ряда? Не сложно? Не сложно. Давайте. Конце ряда я вас встречаю и продолжим дальше узорчик. Угу. Итак, вот, смотрите, провязала я, получается, первый ряд вот цветной. Далее по моим планам я должна буду обратно возвращаться белой ниточкой, потом опять получается цветная. Белая. В моем случае, конечно, я сегодня поступлю расточительно. Я буду с каждой стороны отрезать ниточку. В свою очередь, вы можете брать остаточки ниточек, да? Вы можете вязать одними ниточками, то есть на ваше усмотрение, то есть, чтобы не отрезать, понятно? Но необходимо будет сейчас, я вот беленькую уже отрезала и присоединяю ее к этому краю. Итак, смотрите, точно так же. Я оставляю две петельки на крючке и присоединяю белую ниточку, в моем случае. Видите, столбик без накида получается. Вот, провязала. И далее у меня опять идут три петельки подъема по узорчику. Раз. И опять я хочу запутать свой кончик ниточки. Видите, слева направо вот так вот делаю крестиком. Два. Справа налево. Три. Понятно? Вот, я как бы запутываю кончик. Далее, что мы делаем? Поворот. И, смотрите, сюда же, в этот же столбик, в этот же столбик я провязываю три столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2 и сюда же 3 а далее смотрите вот у меня верхушечка моего вот такого вот треугольника да, помните здесь были у нас получается петельки подъема так я вот могу нырять непосредственно либо в арочку до да, либо в третью петельку подъема то есть как вам будет удобно как вам быстрее как вам комфортнее и провязываю столбик без накида далее 3 воздушные петельки 1 2 3 и смотрите вот три петельки подъема, которые были, это будет моя арочка. Я в эту арочку ныряю и провязываю три столбика с накидом. Раз, сюда же, два, сюда же, три. Как только я провязала три столбика с накидом, я опять перескакиваю на следующий треугольничек, вот эти три петельки подъема, и либо в арочку ныряю, делаю столбик без накида, либо вот в эту третью петельку подъема, столбик без накида. Есть опять три воздушные петельки, раз, два, три, и вот моя арочка из воздушных петелек. В нее ныряю и опять провязываю 3 столбика с накидом. То есть вы поняли, да? Вы повторяете первый ряд. Первый ряд полностью повторяете. То есть получается вы здесь используете арочку. Вот именно с трех воздушных петелек для своих столбиков. Все и так далее. Следующий треугольничек. Опять 3 петельки подъема. И в арочку 3 столбика. Не сложно? Раз. Два. 3. И опять присоединились столбиком без накида 3 третьей петельки подъема. М? Как вам? И вот такие вот получаются треугольнички, до да? Следующий треугольничек ряд пошел. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас опять встречаю. Договорились? Давайте до конца ряда. Не сложно. Так, смотрите, вот я провязала свой ряд аккуратненько, ровненько и вот у меня получается три столбика с накидом. И я присоединяюсь вот опять же к третьей петельке подъема столбиком без накида. И на этом я заканчиваю свой ряд. И получается я буду провязывать эти две последние петельки опять цветной ниточкой. Вы можете брать совсем новую ниточку. Я вернусь к своей, вот к этой ниточке, да? И буду продолжать ей. Итак, две последние петельки получается провязываем. Далее опять три петельки подъема. Раз опять ниточку я путаю слева направо 2 справа налево 3 поворот и все то же самое опять повторяю все то же самое то есть у нас получается узорчик состоит всего лишь такой из одного ряда и так сюда же опять ныряю провязываю 3 столбика с накидом так раз сюда же 2 сюда же 3 и переключаемся вот на верхушечку. Ныряем в третью петельку подъема, столбик без накида. 3 петельки подъема, 1, 2, 3 и в арочку провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. Все, ничего сложного. Посмотрите, какой элементарный узорчик. Но за счет того, что мы можем сделать его цветным, зато за счет того, что мы можем сделать ну, вот даже если вы сделаете одноцветным, да, секционным, тоже будут интересные переходы. Давайте, смотрите, вот так вот провяжем до конца цветной ниточкой. Далее я переключу здесь на белую ниточку, порадуюсь белой ниточкой. Потом опять цветной, белой, цветной, белой, цветной. Вы, конечно, смотрите на свои цвета, как вы будете менять их. Провяжем несколько рядочков, да, потому что несложный узорчик. И встречаемся через несколько рядочков, посмотрим, какая будет красота. Красота будет точно. Все. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я вяжу, вяжу, вяжу и решила закончить свое вязание. И видите, краешек неровный, да. Если вам необходимо, чтобы был краешек вот такой неровный оставался, вы так и оставляете, да? Может, там обвязочку сделать и так далее. И если вам необходимо выровнять, я хочу вам показать. Думаю, все равно, что вы меня спросите, правильно, Оль, как выровнять край? Итак, смотрите. Вот мы присоединились к нашей верхушечке, как всегда, столбиком без накида. да. Теперь мы, получается, должны будем идти вот по нашей этой арочке. Точно так же мы сейчас с вами сделаем, получается, вот у нас были три петельки подъема, да, и три столбика. Вот мы сюда, получается, сделаем как бы имитацию этих же столбиков, но смотрите, какая особенность. Вначале я ныряю в арочку, провязываю столбик без накида, далее накид, ныряю в арочку, провязываю полустолбик с накидом, то есть три петельки вместе, далее накид, провязываю, смотрите, столбик с накидом, то есть получается по две петельки, и делаю четвертый столбик, накид ныряю сюда же, вытягиваю ниточку, провязываю, смотрите, вначале одну петельку, потом две и две. То есть как бы удлиненный столбик с накидом. И опять переключаюсь на верхушку столбиком без накида. Видите? У меня получается как бы треугольничек, но перевернутый. Все, и краешек ровный. Класс, класс. Давайте еще раз. Итак, в арочку вот в эту ныряем. Столбик без накида. Полустолбик с накидом. Столбик с накидом. И удлиненный столбик получается с накидом 1 петелька, 2, 2, и присоединились опять к верхушечке столбиком без накида. Все. Краешек ровненький. Все, довязываю до конца ряда. Угу. Давайте. Итак, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Видите, какой медленный-медленный переход секционной пряжи. То есть, если вы будете брать секционную, у нас бывают тоже разные, да, бывают частые переходы, бывают редкие переходы. Вот в моем случае вот так вот. Да, конечно, я каждый рядочек отстригала ниточку, да, убирала и каждый, получается, хвостик прятала. Но как бы, красота того стоит. Видите, какой такой интересный такой, скажем, калейдоскоп. Вот так вот тянется, очень хорошо тянется. А акрил сам по себе очень мягенький. Когда я вязала, почему-то мне в голову пришло, что это будет детская жилетка. Угу. Особенно, смотрите, если вы будете вязать по кругу, ничего вообще отрезать не надо. Ниточки вообще сохранятся все. Так что здорово и классно. Я, как всегда, жду ваши комментарии, куда можно использовать данный узорчик. Видите, узорчик получается двусторонний, очень аккуратненько, очень красивенько. На ваше усмотрение. Вы можете использовать остаточки пряжи, вы можете брать новые моточки. Даже если вы, например, будете вязать двумя цветами или тремя, да, то берите, например, два моточка беленьких. То есть один вначале провязали, потом другой провязали. Этот, получается, кончик перевернули вот сюда, да, передвинули. А этот кончик через ряд вот так вот. То есть тоже отрезать не надо будет, видите. То есть на ваше усмотрение, как вам удобно, сколько у вас моточков, пробуйте. А можно что сделать? Один ряд одного цвета, другой ряд другого цвета, третьего цвета, четвертого, или просто брать один цвет и вязать полностью целое полотно. Очень интересно будет смотреться данный узорчик в ковриках, в чехольчиках, в накидушках, в седушках. Ну, естественно, куда без шарфиков, да, снудиков, кардиганчики, кофточки очень будет интересно. Данная цветовая палитра, еще раз повторюсь, располагает, конечно, к детским вещам. Вы можете брать другую палитру, и у вас будет совсем другое изделие. Да? Давайте замерим. Итак, 33 воздушные петельки, это же плотность вязания, этот же крючок, например, это же пряжа, да, допустим, то это будет под 20 сантиметров А здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядочков. И это у нас аж 15 с хвостиком, 15 практически с половиной сантиметров. Видите? Здорово, здорово. Вяжется, говорю, что легко, единственное, что приходится отрезать с каждой стороны э, ниточку, если у вас... Какая-то появится идея, как это можно сделать не отрицая, обязательно пишите в комментариях. Угу. Вот такая вот красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Под видео внизу справа находится стрелочка поделиться. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. А также нажимайте на плюсик, так вы справа внизу также, так вы сохраните себе видео и можете посмотреть его в любое удобное для вас. Время. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.